За одни только сутки 3 мая зарегистрировано 160 пожаров, 4 мая – 250. Почти всегда причиной возгорания была сухая растительность и так называемый пал травы. Недалеко от Барнаула таким образом чуть не сгорел лагерь «Березка». 4 числа произошел пожар в районе расположения детского лагеря «Березка». Огонь начался распространяться от поймы реки. Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений огонь был ликвидирован на подступах к лагерю. На выходных работала вся резервная техника. Пожарные расчеты выезжали в Панкрушиху, Топчихинский, Первомайский, Краснощековский районы, Поспелиху, поселок Сибирская долина. На этом снимке со спутника отмечены все точки, где на майских были пожары. К счастью, на населенные пункты огонь не перекинулся. Спасатели успевали оперативно потушить возгорание. Работа ежедневно. Резервы и так далее вызывают, жгут. Весь Алтайский край, видимо. Люди не понимают совсем ничего. На дачах свои частные дома жгут. Тут траву по всему городу. В общем, работы хватает. Напомним, с начала майских выходных в крае введен противопожарный режим. Он продержится столько, сколько будет стоять сухая и теплая погода. На этих кадрах сотрудники МЧС раздают жителям края памятки, в которых написано: «В этот период запрещено посещать леса, разводить костры и проводить пожароопасные работы». За нарушения полагаются серьезные штрафы от 2 до 400 тысяч рублей. Но, судя по числу палов, даже такие суммы нарушителей не особо пугают. Дарья Демиллер, «День с толком».